Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, канал Лёша Играет, а смотрите продолжение сетевой партии на восьмерых, в которой я играю за нового лидера Сундиату Кейту, Малийца. Да и все мои соперники играют тоже за новых лидеров из лидер-пасса. Решили посмотреть, как оно будет. Но все подробности и начало в первой серии лучше перейдите к ней, ссылка на весь плейлист в описании в прикрепленном комментарии. А спонсоры канала, кстати, все серии видят сразу, большое спасибо вам за поддержку. А всем вам приятного продолжения просмотра. Так, ну тут нужно тоже священное место. Несмотря на то, что они... у меня как бы соседства мало... без пустыни, но они много мне будут все равно там рост в первую очередь. Так что здесь давайте священочку. Здесь тоже, кстати, сугубу вот сюда. Так, здесь мы что построили? Строителя. Так, больше построить негде, да? Так. Тут холм, как всегда. Ну, что ж Так, когда тут комбисалей отвалится? Еще пока держимся. Так, следующий у нас 1554 и 1310 веры. Так, ну веру мы еще куда-нибудь можем потратить с другой стороны. Блин, у меня там куча каких-то... вот республиканское наследие я бы поставил. Так, отлично, теперь... где-нибудь. Все, вроде все куплено. Интересно, где у нас... а, ну вот, собственно, биржи. Я вообще могу корпорацию на ртути сделать. Вообще, может, мне на Нью-Йорк лучше идти? Нет, наверное, пока так оставим.
if you will be so good and... Да, тяжеловато Цинциннати. Наверное, Нью-Йорк стоит, кстати, потому что у него сила меньше. Тут, вон, видите, этот сидит. Мушкетер. Блин, игрушку дает. Так, и здесь покупаем за веру писателя. Ну, то есть не хочу из него корпорацию. Игрушка — это все-таки счастье. Веры недостаточно, блин. Ну, биржа опять же... Столица, 22 жителя Опонга. Это, конечно, мощно. Там побольше город есть. Ну, Пингао в столице, как бы. Не, ну это да. Уникальный район, вообще имба. В принципе, любой уникальный район имба. Спасибо. Да не, ну я всегда думал, что Гонка, он не такой сильный, а оказалось, вот, в некоторых ситуациях прям сильный. Ну, у тебя и клетки хорошие, так что, как бы, от того он и лучше работает. Да. Да у меня старт фигня. У меня 5 городов на моем континенте всего. Рабочих мало. Душит что-то. Oh, swear not by the moon. Клеопатра, ты там не хочешь этот лагерь забрать слева от Эдфу? Он мне не мешает просто.
я тогда заберу, ты не против? Гайс? Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку!
Все-таки культурой побеждать собираешься, да? Да почему? Просто развиваюсь. Уже 5 из 44, то есть уже пошла культурка. Не. Out of this room. Пока еще не пошла. Это я не знаю, если честно, почему так пишет. Я еще теху не открыл, которая дает туризм. Вылетел. Захожу. И закрыт тоже, да? А, все, видим. Ну так может вот сейчас и сделаем перерыв тогда. Я за, потому что... Давайте. Природа зовет. Грега, убери, пожалуйста. Таймерок. Сколько минут? 10. Окей. Так, а что мы с Конго будем делать, а? А? Что с Конго делать? У него там есть соседи, я не знаю, что они себе думают. Ну, ты тоже сосед. Конго, у меня проход в две клетки соседей. Всего лишь. По науке он опережает в два раза соседей. Куда его там атаковать? У него есть вон Япония, например. На таком же уровне по науке. Не-не-не-не-не, не смотрите на меня, я стесняюсь. Ну все, значит, никто ничего не делает, сидим. Сдаемся. Да выйду ветер, ты закидай, успокойтесь. Когда начнет побеждать культурой, просто войну объявим и все. Тогда пора. 7 из 45. Не, это еще не пора. Это еще нормально. Ну там, когда будет писаться, что до победы там 20-30 ходов культурные, тогда вот пора. Thank you.
Так, что у нас тут набилось? Художник. Выполнили задание. Какой-то ГГшки. У нас 8 ходов до конца. Как-то в золотой век бы выйти. Или уже не получится. Поставьте таймер. Рим. Вот этот ты союзник, конечно, друг еще тот. Ну, я надеюсь, тут больше нет твоих людей? Больше нету. Ты единственный для этого не мой. В смысле не твой? Вчера уволился. Ну да, ну да. Ни одного кампуса нету у меня. Прикол. Ну, я просто хочу, мне интересно, чисто вот из эти театралки и прочее. Возможно, города надо было повыше делать. Ну, в смысле, побольше населения, чтобы было. Как тебе такое предложение, дед? За моральный ущерб. Хорошо. Так, надо потихоньку армию для Кумбисале покупать.
А что я только одну кавалерию купил? Ой, на кого я коплю эту религию, интересно? Вообще надо, кстати, миссионера купить в Нгазгаргаму, обратить. Еще и Кумбисале, кстати, не в моей религии. Конго, убери скаута. Или может не уходить отсюда? Нью-Йорк-то отвалится 100%. Хотя минус 2,8. Может и не отвалится. Ну, трейну давайте тогда в Нью-Йорк. Шесть ходов, как мне очки эпохи получить. А следующим ходом в Цинциннати переброшу этот караван лучше. Максим, ты хорошо подумал? Да вряд ли, если честно. Давай я тебе еще раз кину. Может, ты просто не туда нажал. О, вот этого надо забирать. Ну, смысл, чтобы он не достался Конго. Надо почитать проекты в Сугубе. И на его основе корпорацию на ртуте сделаем. Ой, блин, какой... Фак. Вот это, конечно, проблема игры в пустыне. Посмотрите, какая хрень. У меня еще и две. Их две просто, бури. Просто говно какое. Ну, это трындец. А, слушайте, уже и не отваливается. Отлично. Что, давайте объединим в корпус.
Грега. Хи, я опять не купил, и тут не походил ничем, да? Максим, мы воюем, да? Да, скорее просто пока без дружбы, потому что в Союзе сильная культура давит. Блин, мне еще и сломало... А, господи. Ну это говно какое-то. Ну прям по ромашке все прошло. Как это играть вообще? И по священным местам, которые мне производство дают. Кайф. Привет. Или другой, можешь мне без разницы. А, ну. Не, ну Максим, смотри, либо мы друзья, либо мы не друзья, потому что тоже твои 600 мощи рядом с моими границами меня смущают. У меня рядом Китай, если что. Его, если что, забрать надо. Просто он стены поставил, гад. Уже. А, ты в войне с ним? Ну да. А, все хорошо. Я ж поэтому и союз делал, думал военный сделать. Ну когда у тебя с ним война закончится, мы либо дружим, либо не дружим. Потому что я тоже переживаю. Кстати, дед, а ты будешь тут добивать-то? Это последний город Лос-Анджелес или еще что-то да, есть? Да. Последний. Следующим ходом забирается. Перехода. Не, ну новый японец, это, конечно, имба. Первый раз о нем играю. Что имба? Новый японец. Первый раз о нем играю, но, в принципе, статы ты видишь. Ну, за исключением культуры, конечно. Так, тут надо подумать, что в Гао. Но старый, как ни крути, лучше. Вот у меня вопрос. Как можно переживать за 600 мощи, если ты уже в авиации? Ну, все равно ты там придешь, там будешь мешаться. Просто если ты же не хочешь принимать дружбу, значит, есть причины. У меня к тебе, как видишь, караванов не бегает. Так что это просто не более чем гарантия, что мы на друг друга не будем нападать, а будем дружить. Ура, 99-й ход, наконец-то коня падает.
Не успел юнитами походить, но тут и не важно, мне надо было в городах все купить. Конечно, проблема в сетевой... Вот есть несколько цивилизаций, которые требуют очень большого микроконтроля. И, соответственно, из-за этого мы многие бонусы просто не получаем. Или позже их получаем, чем хотелось бы. Ой, как меня задолбало, что тут очередь постоянно отрубается. Наверное, пора уже кампуса делать. И делаю промышленную зону. Ну а чё? Пока никуда. Вообще Наска есть. О. Сейчас Авраама уберут и... Так, мы следующим ходом только можем покупать, да? Юниты. Нам надо как-то миссионером пробраться к Нгазаргаму и Блин, Кумбисале построил стены. Ох.
культуры Конга? Да, против культуры Конга. И, наверное, не начисляют музыкантов. Ну, кстати, да. Может, вы себе что-то лучше сделаете? Потому что у меня уже там пятый радиус весь давно выкуплен городами. Ну, это как чисто, как предложение. Хотите блочь? Хорошо. Кто рядом с Конго и хочет у него территорию районами отъесть? Вот я Рамзеса вижу. Рамзес, Клеопатра. У Рамзеса больше территории там. Давайте, пускай Рамзес отъедает, делает я культурный думаю, захват. Я не думаю, что мои союзники будут этим заниматься, конечно. Не вижу, почему вы благородным доном и не позаниматься таким. Да подожди, дед. А, я хотел проатаковать Лос-Анджелес. Что там? У тебя телевизор был лучше слышно, чем тебя. Хотел атакануть, чтобы ты сразу смог забрать его просто. А я бы опыт получил. Что ты получил? Опыт. Да блин, ну почему? Ну как это высчитывается, блин? Фак, и он мне убьет этого миссионера. Блин, я опять не купил для Кумбисале. Так, два хода до Биг Бена, я поэтому не трачу вообще золото. Да, ну тут холм. Ладно, давайте строителя один ход. Вообще, тут бы рудник поставить по-хорошему. Блин, что так быстро все? Нам надо где-то фабрику делать. Да, видите, убил мне этого миссионера. Я хотел тут плюс 10 иметь. А, у нас лошадей не хватает. Понял.
Иди забери ученого, который сейчас есть. Не дай Фонга его забрать. Или если кто-то может выкупить его. По сути, Мали может выкупить. Если у него там денег. Мали. Не, нету. Ну, почитай тогда. Я не читаю, читайте. Так а кто там Египет? Египет что, не хочет его выкупать? Так, блин. Сейчас надо подумать. Надо помочь. Мити поможем. Давайте Конго не будем помогать. Да что вам Конго, господи? А, да почему? Я бы помог. Вот именно, вот, слушайте человека. Так, 6000. Ну теперь можно, наверное, и выкупить того ученого. Выкупил ученого. Сколько потратил? 4800. Дороговато. Да, так у меня там мало было просто. По-моему, 30 очков накоплено. С другой стороны, я Биг Бен построил, я с Биг Бена, по-моему, 3000 взял. Нет, вру, наверное, 3000 не могу, 2500. Ну, все равно окупилось в любом случае. Ну... Ну, вроде успеваю отбить. Рамзес. Грего. Йо, чё? Тебе города Египта слева не нужны? Я тебе помогу забрать. Вполне вероятно. А то какой-то недружественный человек. Осуждаю кого. Что, я помогаю людям догнать меня, чтобы вы не агрились и поняли, что я мирный за процветание, за развитие. Это Россия к Польше и Венгрии обращается, говорит, вам там города Западной Украины не нужны? Польша, Львов, Венгрия, что там, Мукачев или Ужгород. Кто мне ворует деньги? Что кто? Я своровал, тебе вернуть? Да.
Держи. Да ладно, ты можешь не возвращать, ты шпиона лучше убери. Не, шпиона уберу, да, я прокачку получил, я уберу. Леша, союз закончился. Наконец. О, кстати, в Наску надо отправить. Где-то нам военный дальше нужен, слышишь, может, какой-нибудь другой? Другой, конечно. Ну какой? Научный, религиозный? Давай научный. А со мной ты не хочешь? Нет, с тобой нет. А, Алексей, раз мы союзники, ты... Религиозно нашел какой-то? Нет. А, Наску нашел, да, Наску нашел. Как раз для тебя. Да, только я уже почти все эти... Как его? Ну, я уже застроил, да? Да. Господи, как я вообще не успеваю нифига. На этом пока все. Спонсоры канала продолжения могут посмотреть прямо сейчас. Ссылка на весь плейлист прохождения в прикрепленном комментарии и в описании к этому видео. Для всех остальных оно появится завтра. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.